Оригинальная сверлышка. Вот так вот, ребят. Хотите с правой заточки, хотите с левой. Да. И такое бывает. Так, ну возьмем вместо такого нормальное сверлышко. Нормальное сверлышко. Так что, ребят, когда у вас сверлышки нормальные, все нормально получается. А когда вот такие, так как-то все иначе смотрится. Да. Применяйте хорошие сверла, и будет хороший результат. На этом все, пока. Так что, ребят, если вам надо просверлить несколько отверстий во флянчике, да, не обязательно использовать дрель. Не всегда это удобно. И все остальное прочее. Да, я вот попытался просверлить токарным станком. Видите, результат отличный. Но если бы не одно, но да. Вот такое хитрое сверлышко. Ну, видимо, попалось в какое-то под дерево. Но оно из новых, как бы им даже еще не пользовались. Следов нету, видимо, из новодела, с какого-то набора для бумаги, я не знаю, для парафина, наверное, свечки делать. Ну, естественный отбор, да. Значит, что мы с этим сверлом делаем? Просто выкидываем или оставим на центральном складе, вдруг нам сердечник где-то понадобится, стерженек на 8 мм. Короче, это мусор. А это следующий проект, потом покажем. Но этот ролик не о этом, а просто об интересном сверлышке.